Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер. Не забывайте вводить мой ник, Кирилл Путбулов, и если вы введете мой ник при регистрации и прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам, поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там выходят фото из моей жизни, всякие видосики и так далее, поэтому всем советую подписаться, ссылка на мой инстаграм будет, если что, в описании. Ну а сегодня, пацаны, новая серия, я хочу поехать в казино. Давно не было серии, кстати, по казино, и я надеюсь, что сегодня нам, так сказать, улыбнется удача, и мы сможем поднять хотя бы немного денег. У меня есть, получается, 674 тысячи. Да, я знаю, что это мало, но я хочу хотя бы миллион поднять, я этому буду тоже рад. Все, пацаны, я доехал до казино, и я вас хочу попросить о том, чтобы вы просто вот взяли и поставили лайк, пацаны. Не ленитесь, поставьте лайк, потому что я заметил, что активность по родине упала, я не знаю, с чем это связано, но реально сейчас вы набираете даже там по 50 лайков, там бывает 25 лайков, 30 лайков, но по 50 лайков вы не набираете, поэтому не ленитесь просто, пацаны, поставьте лайк, и можете еще подписаться на канал, если вы не подписаны. Так, нам нужно купить, получается, 500 тысяч, да? Ну, давайте купим 500 тысяч, это у нас 5000 фишек, и можно поиграть. Я хотел бы в карты поиграть, но я этого делать не буду, потому что это будет долго. Поэтому просто возьмем и будем играть именно в кости. Так, посмотрите заявки. Давайте посмотрим, заявок нету. Давайте попробуем со 100 тысяч, я думаю, поиграть. Так, давайте, либо 3 тысячи. Дашь фишек? Нет, мало у самого. У меня нету, у меня и так мало фишек, ебать. Еще ему давать фишки. Вот это вообще пацан нормальный. Так, давайте, я думаю, 2000 фишек вдвоем. Давайте попробуем. Может быть, кто-то с нами сыграет, и мы, может быть, даже выиграем, пацаны. Но я на это надеюсь, потому что я хочу хотя бы лям поднять. Я буду этому очень рад. Так, у меня выпало 5,2, у него выпало 3,1, пацаны. Я выиграл 200 тысяч у него. Отлично, так. Ну, у нас уже получается где-то около, наверное, 800 тысяч, и это довольно-таки круто. Так, посмотреть заявки, давайте еще посмотрим. Блин, я просто хочу хотя бы лям, пацаны, поднять, и все, я буду доволен. Давайте, наверное, еще раз на 2000 сыграем вдвоем, в принципе. Так, какая-то Даша код. Так, у меня 6,5 выпало. 5,3. Я обратно выиграл, пацаны. Опача, опача, везение, пацаны, везение. Сука, но главное вовремя остановиться, пацаны. У меня уже есть, получается, лям. У меня уже есть лям, я не знаю, играть ли дальше мне. Блин, на 5000 втроем, пацаны. На 5000 втроем, я не знаю, типа, блин, играть, не играть. Ладно, давайте рискнем. Ага, я не успел, отлично. Классно мы рискнули, конечно. Ну ладно, давайте еще раз отдадим. Вдвоем на 2000. Что-то на 2000 нам везет, но кажется, мы сейчас проебем. Так, 6,2. У него выпало 4,3. И кто выиграл? Я победил, пацаны! Просто жесть, пацаны, просто жесть. А ну, сейчас, короче, обменяем все наши фишки. Сколько у меня вообще фишек, пацаны? Это реально круто. Так, у нас 10 тысяч фишек. У нас лям, то есть, да? Так, у нас, то есть, лям. Раз. И два, пацаны. Блин, это очень круто просто. Да, пацаны, я знаю, я немного поднял, но все равно это прикольно. Понимаете, я просто поднял 500 тысяч. Я просто поднял 500 тысяч. Просто я понимаю, пацаны, если я буду играть дальше, то я все солью. Поэтому лучше вовремя, пацаны, уйти. Да, мы подняли немного, но лучше просто вовремя уйти. И уже потом прийти сюда обратно когда-то. И, возможно, нам снова повезет. Поэтому, пацаны, я принял решение просто вовремя уйти и все. Давайте поедем на рынок, кстати, дешевых машин. И, возможно, себе купим какую-то машину. Как бы это не точно, но можно будет попробовать. Так, у чувака тут красивые номера. НК-34. Ну, прикольно, что. Поехали на рынок дешевых машин и посмотрим, что у нас там продается. Возможно, какую-то тачку я бы себе и купил. Но здесь, походу, ничего интересного нету. Кстати, Волжанка есть, пацаны. Есть Волжанка за 155 тысяч, пацаны. Это довольно-таки, кстати, дешево. Я бы себе купил бы Волжанку. Чисто как проект, мне кажется. Можно было бы ее купить. Давайте, может быть, это и сделаем, пацаны. Просто Волжанка, типа, мне как бы нравится. Тем более, Женя недавно купил Волгу. Ну, Женя, кто не знает, это Энил Шоу канал. Он купил себе Волгу. Ну, не такую, конечно, но, блин, почему бы нет? Как бы я хочу себе Волгу, пацаны. Почему бы не купить себе Волгу, понимаете? Это Волжана просто. Она тем более универсал. Волга универсал, пацаны. Это еще круче просто.
как бы бабки подняли и купили себе еще машину, понимаете? Ну, типа, это круто. Ну, короче, прикольная такая волжана, она еще заднеприводная, да? Она еще заднеприводная, пацаны. Ну, как проект, я думаю, будет прикольно. Может быть, там диски можно будет на нее поставить, покрасить как-то. Но это уже будет, возможно, в следующей серии. Но я не знаю, в следующей серии, скорее всего, будет либо «Жизнь Туля», новая серия. Потому что у нас там немножко такая затуп такой небольшой с этими медведями. Потому что я не знаю, типа, 10 медведей, как их убить, я без понятия, серьезно. И можно будет вот что-то с волжаной сделать, записать серию там. Попробовать, может быть, тоже какие-то номера выбить на нее. Диски какие-то поставить, покрасить ее в красивый цвет. Немножко протюнить, я думаю, это будет круто, пацаны. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.